Всем привет! Вы на канале Обитатели Руин. Мы сейчас прошлись по достаточно такой новой дорожке. Отправляемся в лес, в заброшенный санаторий. На самом въезде есть будка охраны. Нас туда не пустили на машине, но сказали, можете дойти пешком. И вот мы уже у главного здания. Тут даже какая-то тропинка а-ля для квадроциклов, мопедов, мотоциклов, всего остального. Наружили дырку в подвал, но я думаю, там, конечно же, ничего интересного нету. Да, вода течет ужасно. Ступеньки в огромном слое грязи, пыли. Ух, блин. А, это стена. Я думала, там ничего нету. Ой-ой. Да, тут неприятненько. Какие-то... Ух ты! Нормальный колодец. Рядом такие вот ленты. Наверное, во что-то тут бывает играют. Мы подошли к главной башне. По-моему, как-то можно забраться на крышу. И там актовый зал. Такие две тут достопримечательности, скажем. Так. Ну и, конечно, все в таком уже удручающем состоянии. Мне очень тут страшно видеть каких-нибудь животных. Опа. Это, наверное, было главное фойе. Скорее всего. Прям дует холодным ветром отовсюду. Масштабы, конечно, поражают. Чтобы вы понимали, мы идем прямо по песку, смешанному с бетоном, какими-то кирпичами. И ощущение, что мы на каком-то курорте, в кавычках. Второй этаж какой-то еще более загадочный. Вот тут лесенка. И можно подняться туда наверх. Тут, видимо, должны были расти цветочки. Это что? Сосульки уже. Ну, будем аккуратными. Ох, ё! Прям, правда, ух, неприятненько. У-у-у. Офигеть! Слушайте, тут даже интересненько так. Вон продолжение идет санатория. Ну, сейчас с вами пойдем, может быть, повыше. Сегодня достаточно хорошая погода, хоть уже и начинаются заморозки. Недавно было минус 6.
Но сегодня, слава богу, минимально. Ух ты! Ветра. Нету никаких осадков, что приятно. И вот мы с вами вышли на самый верхний этаж, на самую высокую точку. Ну, дух захватывает, скажу точно. Тут еще какие-то рисунки на стенах. Но я уже не буду, ребят, настолько экстримить. Ух ты! Тут фальшивая паутина. Видимо, кто-то тут устраивал либо фотосет, либо вечеринку. Ну, блин, прикольно, кстати. И видно поля, лес. Ой, круто. На самом деле, этот санаторий-пансионат очень популярен в Подмосковье. Мне кажется, это даже некий баян, в который, возможно, не каждый сталкер приезжает, потому что тут уже, на самом деле, сильно не на что посмотреть, кроме таких вот видов с высоты. Ну вот еще нам надо зайти туда, в главный зал. Там должен такой мини-амфитеатр еще быть. Вот. Ну а вообще это просто несостоявшийся санаторий. Он даже не был частично достроен, то есть внутренней отделки не хватало. А так можно было уже, в принципе, людей сюда потихонечку завозить. Но, как вы знаете, часто бывает, что что-то идет не по плану, что-то идет не так, как нужно. Поэтому ничего у них не получилось. Так, я все-таки вышла на лед. И тут в самом деле какие-то плавают мальки рыбные. Маленькие-маленькие детишки. Слушай, где их можно? О! Нечисть какая-то. Санаторий имени Челюскинцев. К 1991 году имел готовность более 90%, но с перестройкой произошла заморозка объекта. Более 15 лет происходит разграбление. Кровленный материал, отделка, окна и тому подобное были демонтированы. В центре строения задумывался главный зал, кинотеатр. От центрального строения идет 4 ответвления. В одном из них 2 бассейна. В остальных почти ничего интересного, обычные жилые корпуса. На сегодняшний день на территории находится несколько пустых зданий разного назначения. Котельная, административное здание, КПП и прочее от бывшего туберкулезного санатория. Охрана и местные жители утверждают, что в главном здании есть призраки. О, опять этот неприятный этажок. Так. Ой. Эй, йо! Юру! Ау! Есть что дома? Вечер хату. Ох, везде уже сосульки. Все, конечно, тут мерзнет. Арматур торчит. Да, какие-то QR-коды. Какой-то длинный, страшный коридор. Но мы, видимо, туда попадем через улицу. Ох, блин. Это вот рисунки на стенах, ребят. Что вы понимали? Неприятная история, конечно.
Блин, на камеру почти вообще ничего не видно. Но это огромная комната, как амфитеатр, собственно. Посередине зачем-то стоит вот этот стол. Много мусора. Ох, ёп. И очень интересные рисунки тут везде. И это надо мной арматура висит. Да, был бы тут хороший актовый зал. Это точно. Как сбоку выглядит этот амфитеатр. Опять же, наверное, через камеру не сильно понятно, что там происходит. Но мы нашли круглые окна. Смотрите, просто какие круглые, интересные льдышки образовались на кирпичах. Давай. А, ну они соединены. Ой, блин. Чуть не грохнулась. Тут опять народ какими-то квестами балуется. Охренеть. Ой-ой. Ой-ой. И вот, собственно, вид на лес и на башенку, в которой мы только что были. Ну, тут логово местных ребятишек, местной молодежи. И комнатка, которую мы тоже с вами видели в начале, большую. Так и говори. Аккуратно, дырка. Еще одна дырка. Вот лестница, видимо, по которой мы поднимались. А мы идем в другой, видимо, другой уже корпус. Блин. Аккуратно тут рвать. Тут прям так элитненько сделаны перила. Стрёмно, конечно. Опа. Тут уже какой-то стилечек явный. Так, это мне не нравится. Стрельбище. Чтобы вы понимали, там стоят какие-то деревяшки, чей-то ботинок и вода. Просто комната. Ого, тут даже уже были двери в свое время, но их снесли. И окна даже были тут, вот рама. Это, видимо, самый старый корпус. И вот, по-моему, лестница вниз и вверх. Знаете, почему-то не оставляет чувство, как будто кто-то здесь есть с нами. Сейчас из какого-нибудь из этих окон на нас смотрит. Я думаю, конечно, что это вряд ли. Тут, скорее всего, нет никаких сектантов, кого-либо другого, кто был в ХЗБ. Но все равно
Неприятненько. Ну что же, на этом это видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Всем пока!